Всем привет, с вами Джесс, и сегодня мы с вами поиграем в Трек Симулятор 2. Это симулятор перевозчика, не о том вы подумали, в смысле дальнобойщика. Вот, короче, это типа мой профиль, это типа я такой вот суровый парень, такой добрый, улыбающийся дальнобойщик. Ну, как вы поняли, симулятор, да, уже, то есть не Call of Duty будет у нас, не Battlefield и Minecraft, потому что уже как-то... Многие играли, как бы все уже играли, поднадоело, я такой думаю, да я чем-то разбавлю. Этот жанр уже, кстати, скажу, так вымирает, и, наверное, знаете, все-таки сейчас вернусь на дорогу, и вот оттуда уже, наверное, начнем сейчас. Итак, мы продолжаем. Это моя, короче, тачка, сейчас я вам ее покажу. Вот, так, вот такая вот она здоровенная. В принципе, я даже не думал, что буду записывать игру, проходить там, хотя, наверное, не буду проходить. Вот, я взял самый большой груз, самый дорогой, я трачу время, потому что время это деньги, черт, давайте в двух словах, мне там сколько осталось мне от часов. Вот, короче, моя кабина, там все вот так вот заводится, там поворотники, бла-бла-бла, я с этим более-менее уже разобрался. Вот, такая прикольная игрушка, в общем, давайте поедем уже, наверное, так, поворачиваем сюда, так, там справа у нас чувачок, так, давай автобус, проезжай, и нам сюда. Вот, насчет этой игры, что симуляторы это такой... Не особо популярный жанр, вымеряющий жанр, мало кто играет вообще в них. Не, ну есть, конечно, люди, кто играет, кому нравится, и у меня даже есть парочку друзей, кто играет в симуляторы, также... Блин, давай, залази, ну, чувак, давай. О, черт, давай. Играют, там, записывают вроде бы даже, вот, и я как-то, то есть, раньше любил в гонщики поиграть, и... Случайно наткнулся, там искал, какую игру записать, в какую поиграть. И вот как-то вот так вот. Какие дворники, выключи их! И наткнулся, вот во что можно поиграть. Вот такую вот игрушку классную, скажу вам сразу. Да, весит она немного. Вот, по требованиям, в принципе, так, знаете, по графону ничего так требовательно, скажу вам, требовательно. Вот, насчет жанра, что он вымирающий, там, да, не особо популярен, там, эта игра, кстати, стала одной из популярных, там, много людей в нее играло, даже проходили, там, на ютубе даже ролики есть, вот, не потому, что там ролики на ютубе, если я стал это записывать и, там, играть, а потому, что, как бы, ну, я пришел такой, делать нечего, хочется просто расслабиться, отдохнуть, там, Майнкрафт, ну, надоел уже, реально, ребят, надоел Майнкрафт, там, Call of Duty, Battlefield всякие. Даже тут GTA поиграл в пятый, ну, неплохо, но все равно придается. И такой, дай-ка что-то новое поиграть. И вот наткнулся, и знаете, так сидишь в кресле с рулем такой, откинулся. Ну, я сейчас на клавиатуре вообще-то играю. Вот, мне было лень подключать его. Еще настраивать там, бла-бла-бла, в общем, неважно, в общем. Вот, в общем, очень классно такой симулятор. Плюс вы там подкачаете скилл в плане вождения. Какой там обман, какой план вождения, ладно. В плане там дорожных знаков, там чего-то такого там. Ну, короче, если у папы есть у вашего машина, вам будет проще сдавать на права. И вы скажете, типа, пап, ты там уже грузовики там переправляют, там через границу, там перевожу там. Что мы там, кстати, видим? Какие-то фанеры, вот, какие-то фанеры. Вот, кстати, как по правилам, тут как не в других симуляторах, типа, нарушил, там, переехал две сплошные, там тебе штраф автоматом, а тут, как бы, такого нет, ты сам на свой страх и риск переезжаешь, ну, я обычно там, как бы, типа, вот эту вот штучку включаю, вот, иногда. Справа у нас мини-карта, там задание берем, вот, короче, сейчас я попробую показать карту, чтобы тут не... Вот, короче, да, вот, вот это мы... Вот мы, вот, вот такая вот карта. Воу, нифига, она еще больше стала, смотрите. Тут открылись дополнительные возможности у меня. Немножко я покачался, ну, как вы видели, там у меня даже 5% нет прокачанного уровня. То есть вот еще тут сюда нам надо ездить будет. То есть карта просто, так, типа, ну, маленькая штука, в GTA побольше, вот еще сюда. А на самом деле вот так вот, типа, бабах, и вот это все проедь, и тут реальные, ну, как день идет за час. То есть, по сути, часа 2-3 вы убьете, плюс мне еще надо ехать. Вот сюда вот, где-то это, наверное, мы, наверное, не доедем, хотя хз, может и доедем. Осторожно! Так, доедем, может быть, не знаю, ну... Может, вы там ожидали, ребята, что-то увидеть более круче, но... В принципе, как бы огорчу вас. Но все равно это хорошая игра, то есть особо не ругайтесь, не критикуйте меня. Вот, я ни сценарий не готовил, ничего, просто вот сил, свои мнения, просто отдохнуть, поиграть, порулить немножко... Лучше бы, конечно, они руки протягивали, хотя я смотрю так и такой, да ну нафиг они нужны, даже без рук как-то лучше так смотрится, то есть под 70 мы гоним, в принципе, это такой у меня такая фура не топовая, скажу, короче, вам не спортивная, там еще спортивные такие болиды есть,
Вот. Там, в магазине, вот. Вначале там у нас все было просто, то есть я там прошел, типа, обучение. Вот, потом мне сказали, типа, чувак, тебе надо покупать тачку и, типа, идти там работать. Вот, я такой в магаз, вот, поехал, там магазин где-то находится, не знаю, где находится. Ну, в общем, пошел в него, смотрю, там что-то по 10-м, по 16-м уровням. Смотрю, а у меня уровня как бы нет, и думаю, типа, что же делать-то, а? А потом, немножко пошарившись там по игре, по интернету, друзья подсказали, что надо бабки, короче. И там, типа, мне уже письмо на e-mail написали, в игре написали, типа, не хотите ли взять в кредит, там, это евро, тут валюта евро вообще. Вот, я такой, типа, да нет, ну я вообще как кредиты не люблю, не уважаю, да и палец вверх, кто кредиты не уважает, потому что с них потом не выпутаешься, это все бред. Все равно деньги придется отдавать, так лучше уже подкопить деньги и отдать, как бы купить за свои, чтобы никому потом не торчать, под проценты бешеные. Вот. Ну, может, у кого-то горит, ну, это их. Ну, ладно, в общем, все, забили. Вот, и я такой, типа, может, как-то по-другому, типа, там. Они такие, блин, ни хрена. Типа, я думал, может, откатать как-то там, да, на пробные, типа, мне заплатят. Он такие, или нет. Ну, я такой, окей, там, 100 тысяч евро с половиной взял. Вот, и пошел в магаз, купил себе первый грузовик, так как те были закрыты, хотя по деньгам мне не подходило, там они стоили дороже. Кстати, самый дорогой товар, да, там машину тут возить, или там какие-то супер-мега-унитазы дорогие, не знаю. Тормозим! Эй-эй-эй-эй-эй! Так, поворот! Тихо-тихо-тихо-тихо, так. Я там не вижу, мне лобовуха мешает, черт. Так, хорошо, что у меня еще хоть монитор широкоформатный, я могу вот по краю немножко видеть тут, ну, чтобы вот так вот не делать. Ну и мышка иногда тоже вот так вот помогает делать. Ну, отвлекаешься, то есть из дороги съезжаешь. И, кстати, ой, заправочка, может... Нет, заправка не надо, в общем, нам пока еще. Так, и знаете, все-таки есть такое чувство, такое вот сидишь просто, как вот отдыхаешь. Дорога, перед тобой там новые города, там какие-то новые машины проезжают, это все наблюдаешь. Никакой суеты, как, вы знаете, в городе. То есть, чисто видишь, вот природа. Смотрите, какая красота. Вот я сейчас рискую своим здоровьем и машиной. Вот, тихо, нам не сюда, слава богу. Вот, вот такая красота. Вот, красота. Так, это у нас олени там на дорогах. Ну, понятно, есть и такие, кстати. И, кстати, в этой игре почти все реалистично, как и в жизни. Есть бараны, которые тебя обгоняют, подрезают. То есть, в таком плане там чиниться, все такое. То есть, очень прикольно, скажу. Так что, советовал бы вам тоже поиграть. Скачать, купить, там, сами решайте. Вот, игра, в принципе, того стоит. То есть, хотя бы тот же часик поиграть, она вам понравится, я думаю, то есть. Потому что, ну, каждый любитель машины, он такой же у него товар, чувак, здорово. Там, по сигналу. Ой, что я нажал? Чуть не врезался. Тихо, тихо, тихо. Так, это не надо мне эти... Мне аварийки не нужны сейчас. Так, тут мы должны сбавлять с нами. Справа комбайн. Черт, кстати, машины узнаваемые. Тут машины настоящие ездят. Не то, что как в GTA. Тихо, как в GTA. Так, куда нам ехать надо? Я уже забалзарился немножко. Так, поворачиваем нам сюда, короче, я чувствую. Так, сбавляем немножко, сбавляем. Ай, там мыльцо немножко. Так, кстати, самая хардкорная дорога, то есть погода. В погоду это в ночную ездить погоду и когда дождь. То есть когда дождь и ночь, это вообще хардкор. То есть вы скажете, да я учу, ай, да куда ж ты, блин, дурень. Есть у тебя там фонари, дальний свет, да, но на самом деле сокращается дальность обзора. То есть там, я короче, не вижу там это в половину. То есть очень тяжело, когда там по шоссе едешь там или что-то такое, типа когда в городе еще более-менее там светло, хорошо, а так, то есть полный пипец. Вот, ну что еще сказать-то о самой игре, может так сейчас сделаю повыше немножко. Ну, как сделано, вообще она классная, то есть это на ПК делали игру, то есть не на консоли, то есть... Вроде как на ПК, честно, вроде как на ПК, вот я читал, мне даже говорили, то есть не на консольке, там с рулем, все так. О, у нас, кстати, уже пункт назначения, то есть мы уже доехали, почти приехали, так что серия подходит к концу, вот такая вот недлинная серия, наверное, получится, надеюсь, вы останетесь довольны, ребята, да я выполню миссию, мне заплатят, и вам немножко подниму настроение, и, может, плюс вам посоветовал одну игру еще как, короче, убить время, как отдохнуть. Ой, я, кстати, его догнал все-таки. Знаете, вот, типа такой, да что там, водить машину легко, там,
дальнобойщики, то есть водить легко машину, там гонять там со скоростью, там как форсаж, на самом деле ни хрена это тяжело, скажу вам, то есть поиграйте в эту игру и попробуйте тут сотку, а! Выжить, то есть это тяжело, скажу вам. Так, выключи, не заводим, то есть довольно-таки так надо немножко, ну хотя это все равно игра, но это симулятор, то есть в принципе так, так пойдет, короче, так. Ну, я сейчас дальний свет включу. Нет, я меню включил. Что-то не включается, подожди. А, во-во-во, дальний свет. Кстати, сейчас уже какой-то закон вышел, что, типа, когда ты ездишь, то тебе нужно, как бы, дальний свет включать. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Кстати, я, сказать вам честно, больше научился правилам дорожного движения, там, и водить машину, конечно, по играм больше, да, то есть вы не можете не поверить, но на самом деле, да. То есть, в принципе, я так немножко скилл подкачал вот в жанре, в таком вот жанре игр. Ну, поехали уже, ну, что ты там стоишь? Вот, то есть, как бы это мне помогло. То есть, там, на права, все такое, то есть, я уже как бы более-менее могу водить, вот. Не профи, конечно, меня подрезать не будут, надеюсь, сейчас. Фух, так, этот я еще знак не выучил, да ладно. Так, ну почти доехали, главное не пропустить поворот, а как-то вчера засиделся, как-то что-то засмотрелся куда-то на пейзаже, блин, и такой бабах, проехал поворот, а там как-то надо потом проворачивать, выворачивать, в общем, такой геймер был, такой, нет, чувак, я лучше буду осторожнее в следующий раз. Так, нам сюда как бы, да? Так, 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 так. Вот видите, ну опять не туда заехал, ну ядрить. Черт. Эй, стоять! Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Черт, вот вам, блин, и ситуация. Ну, ладно, сейчас мы выйдем, короче. Ну, руль у него скручивается просто бешено. Тихо. Так, сколько у нас? Все. Я, короче, со временем опоздал, я смотрю. То есть тут еще надо по времени, типа, приехать. Осторожно, осторожненько, блин. А, задел все-таки. А может хрен с ним, поехали так. А давай, пожалуйста. Ой, прошу, прошу, прошу. Ой, не так, пожалуйста, блоки, чтобы они не разломались. Все нормально, все нормально. Чертов свет гребаный, во. Так, 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 нам сюда. Карта как-то не очень удобная, карта, черт тебе дери. Так, давай сюда. Во-во-во, ну, короче, вы поняли, то есть, да, как я еще вожу, так, хреновато, конечно. Короче, сейчас мне штраф будет за то, что я еще опоздал, черт. Нет, парковаться я супер-мега-круто не буду задним ходом, там как-то, в общем, не паркуюсь вот так вот. Тихо. О, черт. Груз. Фига себе! Какое повреждение? Ты что, обалдел, что ли? Ни хрена. 680. Вози, пошли люди. Ну, когда... ну, хотя, может, кредит погашу скоро. Мне уже сколько заплатили, да? Ну, в общем, ну, вот видите, то есть, первый уровень только. Так что на этом, думаю, серия будет подходить к концу. Я ее прям сейчас залью и сейчас еще поиграю. Так что, если вам эта серия понравилась, понравилось, как я играю, кручу баранку, бла-бла-бла, то есть пишите комментарии, проходи дальше, записывай игру, сидеть в игре, обсуждать что-то, проходить, играть, кататься, вот, так что до новых серий, скоро увидимся, подписывайтесь на канал, народ, с вами был Джесс, удачи, пока, давайте, водите хорошо и не попадайте в аварии, блин, вот так вот, это плохо, это и дорого, конечно.